конце 90-х, особенно в 2000-е годы, с телевидением связаны очень большие разочарования. И сегодня среди многих людей, особенно среди интеллектуалов, очень модно говорить: у меня дома нет телевизора, или я телевизор вообще не смотрю. Ну что происходит? Телевидение вышло на орбиту. Вот оно строилось, был бурный процесс строительства. Теперь оно вышло на орбиту, и теперь оно такое, какое оно есть. Если начать нудеть про свободу слова, ну ее стало меньше. Но, опять же, не все сводится к новостям Первого канала. А по поводу людей, которых можно и нельзя показывать, я могу сказать, что... Да можно всех показывать. Просто время бывает разное. И времена бывают разные. Все. Алексей, то вы всех в программу не позовете? Антона Симакова не позовете. Что происходит в региональном телевидении, в Екатеринбурге? Да все хорошо. Застой? Мне кажется, нехорошо. Ребята, ну это вопрос, как, что происходит у нас в машиностроении? Ну, как, конечно, мне не нравится Лена Минакер, которую ты звал. Это не застой, а красивая девочка обещает о погоде. Женя Егин тебе не нравится. Мне нравится, например. Что вы планируете каждый, чем вы сейчас живете, что бы вы хотели сделать на нашем региональном телевидении? У меня планы такие: понять, что будет у нас с университетом, будет у него федеральный университет, и что мне нужно приготовить, как я должен подготовиться. Ну и думаю закончить одну книжонку, вот и все. У меня есть в планах открыть еще одну программу, в кадре не появляться. Мне очень нравится заниматься разработкой спортивных программ и запускать их в действие. Вот и все. Не возобновить ли мне колонку, которую я писал через шоу, делать ее в Урару? Вот план. А на телевидении какие-то проекты еще могут быть? На телевидении вряд ли. Ну просто потому, что устоявшаяся структура. Или мы же все поняли, да? То есть все хорошо, люди зарабатывают деньги, ничего дальше не надо, да? То есть через год ничего не поменяется, через два тоже. О чем тут говорить? Нет, нас беспокоит, что будет в Белом доме через две недели. Да все будет нормально там. Да. Те же самые фамилии по другим кабинетам. Да. Прошел естественный процесс формирования, прошел естественный процесс обучения, когда что-то менялось каждый день, и ты приходил, и ты не знал, как это сделать. Теперь ты приходишь, и ты знаешь, как это делать. Ну да. Может быть, стало менее скучно, потому что когда ты запалиться на экзамене, ну это бодрит, конечно же. Ну что делать-то, ну жизнь идет. Вопросов нет. Спасибо большое. У нас были в гостях Борис Толковский, и там будет журналист Евгений Евгений, 4-й канал, и Алексей Назаров, 10-й канал. Спасибо, друзья, что вы послушали нас в течение всего этого. Спасибо всем. Спасибо.